Price was to what one beat to the initial attraction. Она посмотрела на меня и сказала: я больше тебя не люблю. Я просто посмотрел на нее, в ней был пустой взгляд, но она знала, что я ее до сих пор люблю. Я взял, развернулся и ничего больше ей не сказал. А давайте о грустном больше не будем читать, ведь нам нужно 50 штук. Сегодня вон того негра я ограблю вместе с вами и пойду грабить банк. И будет 50 штук, ведь эти хейтеры в моей голове. Ведь я не читал никогда Фараона, но он сам пришел ко мне и сказал: Дима, читай просто рэп, ведь это так популярно сейчас. На дворе 2017 год, я смотрю тот нагребанный город. В нем, ведь в нем живут те люди, которые не знают, как жить дальше. Они знают, кто те счастливые и несчастливые. Они издеваются над теми, кто не умеет так хорошо читать рэп, как я или те, что уже давным-давно умерли. Ведь смерть забрала самых лучших, а я тут и вам читаю. Ведь мне нужно просто 50 штук, и никакой любви здесь нет, потому что любовь морковь ушла, а люди остались. Ведь те судят, тех не судят. Ведь не ищите смысла там, где его нет. Ведь раньше это слышали, и просто слушаю вот эту музыку, читая под фристайл. У меня неплохо получается, это не будет так хорошо. У меня просто маленький словарный запас. Но давайте не будем о грустном, ведь нам нужен хэппи-энд без счастливого конца. Ведь сегодня мы проживем, но мне так одиноко в этой комнате. Ведь этим я живу и читаю вам об этом. Но, как и я живой и настоящий, как и вы. Ведь вы хотите счастливый конец, вы думаете о будущем. Почему вы стали не детьми из прошлого? Но я также продолжаю читать об этом рэп. Эй, нам нужно обграбить того негра про 50 штук. А где-то есть город со счастливым концом. Но я смотрю на этот город, в нем люди живут со хмурыми лицами. Я тоже хмурый, но я также хочу, как и вы, жить и радоваться за всех, кто меня окружает, мои друзья, знакомые. Эй, но те, кто сверху видит, они больше знают, кто заслужил то счастье и успех. Эй, йоу, просто послушаем этот минус и конец.